Приветствую тебя в Фермопилах. В ущелье Фермопилы отряд отважных спартанцев вместе с греками долго удерживал огромное войско Ксеркса, персидского царя. Скажи, Дианек, ты ходил с сыном на рыбалку? Нет, мой царь. Мне довелось познать только жизнь солдата. Я бы хотел порыбачить с сыном. Но нам... пора встретить свою судьбу. Спартанцы! Каждый вдох! Что вы делали? Вел к этому моменту. Каждая капля крови, пота и слез мои, ваши, приближали этот день, этот час. Персы пришли, чтобы сделать из нас рабов. И вот что я думаю. Давайте напоим богов их кровью! Ну что, спартанцы? За сыновей! За дочерей! За Спарту! Нас предали, мой царь. Ксеркс узнал о тропе в горах. Они идут. К рассвету вы будете полностью окружены. Мы спартанцы. Нам не привыкать. Спартанцы. Фу! Это слово забудут, когда Ксеркс сотрет ваш народ с лица. Это был день, который персы не смогут забыть. А завтра будет день, который запомнит всяк живущий.